Здравствуйте, дорогие подписчики! Для большинства людей собаки – друзья. Но когда доходит дело до дрессировки, то хозяева принимают решение приобрести ошейник с током для собак, чтобы тренировки были не только высокоэффективными, но и комфортными. Что же это такое ошейник с током и безопасен ли он для собак? Попробуем разобраться в нашем видео. Как утверждают специалисты, ошейник с током для собак воздействует совершенно безболезненно для питомца. Безопасность устройства, кроме того, гарантирует выработку рефлекса, эффективное изучение команд, отучение от плохих привычек. Основа работы подобного изделия – слабые токовые импульсы, не причиняющие вреда животным. Кроме того, ошейник, бьющий током для собак, работает на значительном расстоянии. Поэтому дрессировщик сможет следить за поведением питомца и корректировать его. Электрошоковый ошейник способен заблокировать нежелательный инстинкт у пса. Зачастую хозяин сталкивается с ситуацией, когда собака убегает в погоне за котом, машиной или людьми, и, как правило, цена поведения питомца – травмы или смерть. Отзывы некоторых владельцев показывают, что подобная мера способствует именно благоприятному поведению. Гаджет, как показывает опыт владельцев и их отзывы, способен закрепить уже имеющиеся знания и навыки. При непослушании токовый импульс вызывает неприятное ощущение, и пес понимает, что совершил ошибку. В разыскных работах также принимают этот современный гаджет. Благодаря принципу действия ученик способен концентрироваться на конкретной цели и не отвлекаться на внешний раздражитель. Как часто питомец лает без причины во время прогулки или ночью? Случается. В этом случае хозяин может приобрести ошейник с электрическим током для собак, тем более, что цена его приемлемая с учетом использования длительное время. Во многих странах ошейник с током для собак запрещен к использованию, поскольку научно доказано, что применение гаджета способно нанести ущерб физическому и психологическому здоровью пса. Если изучить отзывы ученых, можно выявить некоторую закономерность при использовании такого изделия. Поведение комфорта меняется в корне, пропадает интерес к окружающему миру, желание играть исчезает, появляется равнодушие ко всему, что происходит вокруг. Наблюдается также подавленность, беспомощность, снижение аппетита и отсутствие сна. Как утверждают опытные тренеры, дрессировка будет проходить успешнее и эффективнее, если нежелательное поведение питомца будет ассоциироваться у него с ударом тока. Ошейник с током для собак раскрывает сущность теории Павлова об условных рефлексах. Другие ученые приводят серьезные аргументы в пользу того, что цена применения гаджета – это появление психологических травм у собак. Разъяснив для себя все преимущества и недостатки использования этого гаджета, хозяин должен сделать вывод. Ошейник с током для собак следует применять в крайних случаях, ибо отзывы о перевоспитании станут крайне негативными, а здоровье любимого питомца будет под угрозой. На наш взгляд, подобное устройство – это совсем не гуманно. А как считаете вы? Поделитесь в комментариях. Ну а у нас на сегодня все. До новых встреч на канале BioVet!